сегодня 13-й, да? Понедельник. Вот. Мы с Андрюхой сбегали, как два пса, до подволочья. Подводи. Сбегали, говорю, до подволочья. Удалось починить карбюратор. Вернулись обратно. В это время Павлыч нам любезно приготовил картошечку с тушенкой. Мы немножко перекусили и отправились вдвоем на рыбалку. Вот мы должны это преодолеть. Нет. Да подожди. Больная. Да какой себе? Ладно, давай немножко спустимся. Нет, я место не буду. Край тут поставлю. Сейчас мы тем камнем подстанем трава. Сюда побросаем. Вопрос топить. Один. Вон там такое создание. Ты там как оно впереди там? Ходим? Я тебе дырочки покажу, давай. Yeah.
Stay with, stay with. У тебя большой длинный проход впереди. Ну так, перед тобой. Не надо ругаться. Гринписовская. Сейчас отпустим. Мы же нафиг пойдем, берегом обойдем, перетащим лодку. Вот там он еще дерево, ты что где будешь выходить? Если хоть выход вон есть нормальный. Обойдем по острову поверху. Сейчас как будем изгаляться? Да. И куда ты там? Поздняк набора. Сразу сказать, ты говоришь, вон там проплывем. На меня иди. Щука с руку. Посекай, пацак. У меня еще с этим. О, все. Там уже не было. Похоже, что это они приблизкались. Ну, ребят, сюда. А зачем надо было наводку на меня наводить? Подходим к пинку, да?
Никто здесь не живет, кроме комаров. Скоро елка тоже нагнется. Воблер по кличке Селекс. Почему говорит Селекс? Белый, яркой белый с красной башкой.